С железом эти парни работают не только в тренажерном зале. Перед Новым годом была проведена большая работа с гоночной техникой, в ходе которой мотоциклы были практически полностью разобраны и снова собраны. Теперь настало время тренировать мышцы. Нагрузку добавляют постепенно. У нас получаются спортивные игры, силовая подготовка, тренажерный зал 3 раза в неделю, 2 раза лыжи и 3 раза игровой зал. Без весов работает. Постепенно работает. Вот январь месяц будет уже втягивание, а с февраля, февраль и дальше начнется серьезная активная тренировка. Действительно, тренировка в зале только малая часть тренировочной программы, тем не менее, также весьма важная. Капитан команды Владимир Сосницкий считает почти по Чехову, что у мотоболиста все должно быть прекрасно. В мотоболе, я считаю, должно быть все. И голова работать, и ноги, и руки. Не так просто, еще надо и мотоциклом управлять, и сидя, и мяч бить. Надо мяч этот забить и добить. Вот, не так все это просто дается. Все это с годами нарабатывается. На протяжении 16 лет видновский металлург являлся чемпионом России, но в прошлом году нашло колесо на камень. Теперь чемпионское звание носит команда «Колос» из города Ипатово. А значит, в этом сезоне нашим спортсменам придется попотеть. И это не фигура речи. Задача наша быть быстрее, чем в прошлом году, вернуть первое место. Ну, поэтому у нас нет цели накачать мышцы, а все делать, чтобы мы делали быстрее, чем в прошлом году. После каникул приниматься за тренировки, конечно, трудно. Да и толкание железа для многих спортсменов не самый любимый вид занятий. Куда приятнее плавание, мини-футбол или лыжи. Но, как говорится, надо так надо. У нас был достаточно такой приличный перерыв. Редко кто в свой отпуск продолжает подготовку. Лучше, конечно, плавание, лыжи. Тренажеры – это для общего развития. Мне очень нравится плавать больше всего. Первый официальный турнир в 2019 году Кубок России по мотоболу пройдет с 20 по 26 мая в городе Ипатово. Предварительно о своем участии заявили 6 команд, в том числе и видновский «Металлург». Максим Козлов, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ.